чемпионате мира каскадеров в городе Москве в 2003 году. Эдуард – разноплановый каскадер, но предпочитает сценические бои, автотрюки, высотные падения, работы с огнем. 35 раз горел на автомобиле через американский трамплин и так далее. Когда тебе станет плохо, там, и, не дай бог, ты опять где-нибудь там, да, возьмешь костыльки там на какое-то время. Drivers might do crazy stuff with cars over such ramps.